Крошка Антошка ТВ представляет. Веселые задачки. Логика для детей. Смотри, это корабль. Это трактор. Вертолет. И грузовик. Посмотри внимательно и покажи колесный транспорт. Трактор – наземный гусеничный транспорт. Вертолет – воздушный. Корабль – морской транспорт. А грузовик – наземный колесный транспорт. Грузовики перевозят грузы. Легкой дороги, грузовичок! Ух ты! Это силуэт какой-то машинки. Может, это автокран? Нет. Может, автобетономешалка? Не подходит. Приехал колесный погрузчик. Но это не его силуэт. Может, автоцистерна потеряла свой силуэт? Нет. Вот грузовичок. Но форма кузова и кабины совсем другие. А вот едет еще один грузовик. Как раз. Это его тень. Это строительный грузовик-самосвал. Большая, мощная машина. И ей пора на работу. Строительный самосвал работает на стройке. Помоги самосвалу найти дорогу на стройку. Какая дорога ведет на стройку? Эта дорога приведет нас к автозаправочной станции. А эта дорога в автосервис. Вот правильная дорога, которая приведет наш самосвал на строительную площадку. Вот наш грузовик-самосвал едет на стройку. Там ему в кузов загружают разные грузы, а разгружаться он умеет сам. Поэтому его и называют грузовик-самосвал. Смотри, две похожие картинки, но между ними 5 отличий. Попробуй их найти. Сравнивай внимательно части картинок. Можешь даже поставить мультик на паузу, чтобы отыскать все отличия не спеша. Давай посмотрим, что же отличает эти две картинки. Цвет кабины грузовика – красный и синий. Сдвинуты коробки внутри кузова. Фонтан в парке нарисован только на одной из картинок. И тележка сзади грузовика только на одной картинке. А еще скамейка в нижнем углу. Вот все 5 отличий. А сколько отличий у тебя получилось найти? Это тоже грузовик, но не самосвал. Смотри, у этого грузовика закрытый кузов. Его еще называют грузовик-фургон.